На севере Челябинской области раскинулся ВУРС. Восточно-Уральский радиоактивный след служит печальным напоминанием о временах холодной войны и гонки ядерных вооружений. Наша однодневная экспедиция прошла по местам, попавшим в зону заражения после аварии на маяке в 1957 году. В деревнях нам встречались заброшенные старинные церкви. За всю поездку наш дозиметр не показал повышенного фона нигде, кроме реки Теча. Несмотря на годы запустения, во многих храмах сохранились красивые настенные фрески.